Китае растет число жертв ос-убийц. В северо-западных провинциях настоящее нашествие насекомых. От их укусов погибли уже более 40 человек. Еще 37 находятся в критическом состоянии. Всего в больнице обратились 1500 пострадавших. Меня окружил целый рой ос. Я почувствовал, как в меня вонзается жало. У меня в руках была корзина. Я надел ее на голову и так спас себя. Власти мобилизовали на борьбу с осами подразделения пожарной охраны. Они выходят в рейды, ищут и уничтожают ульи. В больницах и школах организовали спецкурсы, где рассказывают о том, как оказать первую помощь пострадавшим, чтобы не допустить развития анафилактического шока.